Президент Беларуси поздравил соотечественниц с Днем Матери. Сегодня самые искренние слова благодарности звучат в адрес наших дорогих женщин, исполнивших великую миссию продолжения рода и жизни на земле, отметил глава государства. Александр Лукашенко также подчеркнул: «Мы преклоняемся перед самоотверженным трудом многодетных матерей, созидающих будущее нации. Вы все – опора нашей страны и всегда будете под ее защитой». В Беларуси сенаторы продолжают мониторить стоимость лекарств. Разный ценовой диапазон – не новость, но есть правила. Под особым контролем группа социально значимых препаратов, плату за которых нельзя повышать. Проверки в данной сфере проходят каждый месяц во всех регионах. Сотрудники соответствующих служб посещают как государственные, так и частные аптеки. В столице прошел первый национальный бизнес-форум пищевой промышленности. Ведущие производители продуктов питания и торговые сети собрались на деловой площадке, чтобы обсудить тенденции рынка. Текущие изменения в спросе требуют быстрого реагирования. Съезд предпринимателей станет регулярным. Следующий пройдет уже зимой. Сегодня православные отмечают большой христианский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Одна из важнейших дат в церковном календаре с многовековой историей. В храмах проходят праздничное богослужение. У верующих время дел милосердия. Дома принято угощать гостей блюдами с грибами. По народным приметам, эта пора прихода холодной половины осени. Считается, если первый снег в этот день не выпадет, его не будет и до конца октября. Школьники Могилевской области могут принять участие в международном конкурсе детской изобретательности. Цель – поощрить разносторонние таланты, развить творческие и интеллектуальные способности ребят. Подать заявку необходимо в региональную дирекцию до 31 января 2022. Подробнее на официальном сайте.